Ружье системы Фузея. Фузея в переводе с французского – огниво. Гладкоствольное, дульнозарядное, кремниевое, длинноствольное ружье. Оно появилось в Европе в конце 17 века, а в начале 18 века и в России. Это оружие отличалось простотой и надежностью конструкции. Срок службы мог достигать 120 лет. Солдатская пехотная фузея имела калибр 19,8 мм, длину 150 см и массу более 5 кг. Опытный солдат мог совершить от 3 до 6 выстрелов в минуту. Представленное на выставке оружие фузея было найдено в Аббатском районе и передано в музей в 1993 году Александром Ивановичем Гуторовым.